Другие люди искажают мои слова, не слышат, понимаете, то, что я им объясняю. Я им, понимаете, говорю, говорю, а они просто обижаются и просто пошли отсюда вон. Ну, это вопрос, да, как быть в таких драматических жизненных обстоятельствах. Дорогие мои, значит, во-первых, вопрос, что вы с этими другими людьми обсуждаете. Когда человек жалуется, что кто-то искажает его, другие его слова, то, как правило, это ситуация спора, конфликта там и так далее. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни конфликтов не было, вы вот просто помните, что всякий раз во время конфликта, значит, есть задача, которая решается, а есть содержание конфликта. Ну вот пара ругается, значит, они могут ругаться из-за «я тебе сказала, вынеси мусор, ты не вынес мусор, тебе плевать на меня, все, что я не говорю, тебе плевать» и так далее. Ну, как бы, вот это содержание конфликта. Что за этим стоит? Ну, за этим стоит ощущение, что там не уделяют внимания девушке, ее не берегут, понимаете, не хотят ее радовать и вообще ведут себя как шланг. И это суть. И если вы понимаете, что можете ли вы, обсуждая мусор, решить проблему со шлангом, ну вот у меня большие сомнения, понимаете? Поэтому если вы чувствуете, что вот нет этого понимания того, что вы пытаетесь донести, вы просто сами поймите, что, скорее всего, вы не в том содержании общаетесь. Ну, сядьте вы к нему, к шлангу, скажем, погладьте шланг. Сначала его лучше погладить. Скажите, дружище, значит, смотри, какой замечательный там и так далее. А я еще замечательная или нет? Очень хочется быть замечательной для тебя, а ты как-то вроде как и не думаешь, что я замечательная. Что мне сделать, чтобы ты весь, так сказать, воспылал ко мне? Ты такой, когда воспылаешь, ты просто превращаешься в сокола финиста, ясно, просто морозка, понимаете, просто чудесник, понимаете, кудесник и просто вот такой божественный. Как, что сделать? Ну, как бы, он сразу засмущается, думает, что случилось, почему, как, где подвох, ну, вот, и все. И вы тут уже можете, так сказать, дискуссию с ним какую-то развести. Вот. Он заинтересовался, потому что. А когда вы его все время шпиняете, что он там недостаточно прекрасный принц, не принц вообще, и вообще, что вы с ним потратили на него 3 месяца своей жизни, это же вообще катастрофа. Вот. Поэтому всегда действуйте, так сказать, креативно. И все ваши слова будут понятны. Но главное зайти, так сказать. Правильный заход должен быть. Тогда будут понимать вас.